Всем привет, мои дорогие друзья! У меня тут игра установилась. Ну, я ее установил. И посмотрите, как ее разнесло после недели использования. Я даже не представляю, как с таким играть. Все сплющило. Я даже не знаю, как это назвать. Все сплющило. Нет, реально сплющило. Крыша стала плоская. Вот смотрите, из бедного пыжика сделали. Пежо, так называемого. Смотрите, как я быстро руль кручу. Вот этот руль, как будто автобусный. Видите? Как будто автобусный. В автобусах такие же рули. Ну, не сплющенные. Круглые и полулежащие. Поедем. Как на таком лимузине кататься? Вопрос. Так, опять у нас загубло. Так, сейчас тебя главное завести. Я вот этого пыжика не мог завести целых полчаса. Давай, 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 давай. Тут главное еще на кнопки попасть. Так, все, я тогда включу автомат. Потому что я устал уже от механики, вот. Так, все, поехали. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Так, 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 Алёна, как попадать? Ой, я тебя очень задорого купил. Так, а почему ты на паркинге? Вопрос. Ё-моё. Ку-ку, давай. Нет, ребят, то ли эта игра так жулит, потому что когда я ее установил, все было нормально. И вот если вот такая проблема возникла, вот с такой хорошей игрой, она казалась мне довольно хорошей. Но я не знаю, что это такое. Видите, даже парктроник перевернут. Ну, типа сплющен. Или как это лучше сказать? А вот... А я даже не знаю, как такой машинкой управлять. Я даже боюсь не попасть на руль. Так. Видите? И главное, у всех машины нормальные. Главное, у всех машины нормальные. Так. Ну давайте попробуем выйти из машины. Может что-нибудь изменится. Припаркуемся сейчас. К-нибудь. С этой толстушкой. Так, давай, давай, давай. Так, 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 так. Нет, стоп, куда ты поехал? Я же говорю, я не могу вовремя успевать нажимать на педали. Так, опа. Так, вот так, все, вот так, стой. Опа. Драйв. Да, короче, фиг с ней. Господи, какой же у нас толстущий этот самый. Господи. Господи. Ребят, я вам сниму оригинальную. Я вам обещаю, сниму оригинальную прохождение вот этой игры. Уже без вот этого толстяка. Потому что это невозможно. Весь мир как будто тут для меня сплющило. Но настоящий мир тут для всех остальных. Видите? Вот по сравнению с моей Пежо, с этим лимузином, вот эта вот машина. Так, подождите. Тут что, всех так скрючило? О, ребята, похоже, это баг какой-то. Ну, напишу отзыв игре, посмотрю, что там не так. Или попробую выйти и зайти. Подождите меня чуть-чуть, ладно? Да, ребята, это баг. Вот видите, теперь он никакой не толстенький, он худенький. Я специально теперь такого персонажа выбрал. Ну, не специально такого персонажа, а перезагрузил игру
И все, и прошло вот это вот. И да, и если вот хотите узнать, вот откуда вот эти деньги я беру, то пишите в комментариях. Видите? Снова моя Пежо стала не лимузином. Вот тут тоже не лимузин. И жизнь никого не скрючила. Так что все хорошо. Ну, ребята, а я думаю, это повод закончить видео. И давайте вот на этом видео наберем 7 лайков. И вот тогда я выпущу полное прохождение версии вот этой игры. Я чуть-чуть поднакоплю, куплю новую тачку, надеюсь, крутую, и выпущу новое видео. Всем спасибо, всем пока!